ходила к директору. Я ему полчаса объясняла, чем отличается живая девочка от обучающегося. Реакция этого директора просто шикарная. Будут пропускать мимо, минуя рамку. Не будут мерить температуру. Если будет эвакуация, он нам позвонит, чтобы мы остались дома. Электронный дневник уничтожили. Не повышать на нее голос. Вот так должно быть отношение к человеку. Это круто. И запретить им формировать документы на паспорт. Отзыв персональных данных. Вместо паспорта там несколько нулей стоит. Все. Вот что значит знание.